Наруто и его команда решают сдать экзамен на Чунина. Там они встречают напряженного человека. После победы над Забудзой и возвращения в деревню Скрытого Листа, Наруто и его команда готовятся к сдаче экзамена на Чунина. Когда они направляются к экзаменам, перед ними появляется напряженный человек. Меня зовут Рок Ли, Саски Учиха, я вызываю тебя на бой. Знать имя Учиха и при этом бросать вызов, я покажу тебе, что это за имя, Густобровый. Черт побери, это всегда Саски, Саски, Саски. Эй, позволь мне взять на себя Густобрового, ну же. Ты не сможешь победить меня. Видишь ли, я самый сильный гинин в деревне Скрытого Листа. The one I'd like to fight is Uchiha. Round one. Fight. Кроме Саски, я не думал, что есть еще какой-нибудь ниндзя, который был бы настолько силен. Могу я узнать твое имя? Я тот, кто в конечном итоге будет носить звание Хокаге. Я Наруто Узумаки. Не забывай об этом. Понятно, Наруто Узумаки. Я точно запомню это имя.